Ополченцы не собираются штурмовать Мариуполь. Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, ополченцы не ведут активных действий в районе города. Мы не звери, мы не прикрываемся своими земляками. Мы не ведем такую войну, как ведет Киев. Поэтому с нашей стороны, там такие же земляки наши живут, как и здесь. Там тоже живут люди из Донбасса. Мы не будем так штурмовать город, как штурмует город Донецк, Киев. Нашим землякам бояться нечего, мы о них помним. И в любом случае Мариуполь будет освобожден, но совсем другими методами, не так, как делает киевская власть. По словам главы Донецкой республики, Киев пытается свалить на ополченцев вину за ошибочный обстрел силовиками жилых кварталов города. Там под огнем градов погибли, напомню, по меньшей мере 30 человек, и свыше 100 сегодня получили ранения. Подробнее об этом обстреле рассказал заместитель командующего корпуса Министерства обороны Донецкой республики. По его словам, из-за ошибки своих корректировщиков украинские силовики не только нанесли удар по жилым кварталам Мариуполя, но и открыли огонь по собственной механизированной колонне, в результате чего погибли по меньшей мере 15 военных. На мариупольском направлении украинскими силовиками резко активизировалось применение артиллерии по занимаемым позициям ополчения без проведения предварительной разведки целей. Сегодня около 14.15, приняв колонну 18-го батальона 28-й украинской механизированной бригады, передвигающейся в районе Виноградного на восточной окраине Мариуполя, за подразделение Донецкой Народной Республики артиллерии противника был нанесен по ней огневой удар. Кроме того, в результате ошибочного целеуказания украинских корректировщиков огня и попадания части реактивных осколочно-фугасных снарядов в жилой сектор района Восточный города погибли более 10 человек мирных жителей. Обстрел велся со стороны Бердянского на западной окраине Мариуполя, где в районе аэропорта Мариуполя сосредоточена крупная группировка артиллерии противника, в том числе дивизионы реактивных систем залпового огня «Град».